Это был первый ректор, которого избрали в Советском Союзе как ректора. Первый ректор. Это тоже что-то значит. Что-то значит. И первооткрывателем он был во многих вопросах. И в учебных, и в научно-исследовательских, и в организации науки, и в организации учебного процесса. Я осветил вопросы мирового обеспечения продуктов горного дела. Продукты эти горного дела – это практически вся таблица Менделеева. И он подробно изложил эту буквально структуру производства этих продуктов по странам, где Советский Союз вначале, а потом и Россия находились по некоторым продуктам на первом месте, ну, практически всегда были в первой пятерке, в том числе и по запасам. Полезные ископаемые в мире, в том числе и энергетические и минеральные ресурсы, распределены крайне неравномерно. И если мы сейчас имеем 160 государств, которые добывают полезные ископаемые, только три крупные державы в мире, США, Китай и Россия, добывают до 40% всех минеральных ресурсов на планете Земля. Еще 7 государств находятся в первой десятке, которые добывают около 27%. Остальные страны мира добывают, собственно, оставшиеся. Поэтому мы представляем себе, что на этой основе мощная дифференциация различных цивилизаций, экономических союзов, политических сообществ, минеральные ресурсы, они становятся важнейшим продуктом 21 века, они же станут и важнейшим источником конфликтов на планете Земля. И мы с вами становимся свидетелями, как первые войны 21 века на самом деле, конечно, ведутся из-за минеральных ресурсов. Потому что ни ученые Соединенных Штатов Америки, ни другие ученые в мире, которые занимаются минерально-сырьевыми ресурсами, конечно, никогда не согласятся, что, скажем, война в Ираке ведется ради демократических принципов. Она ведется только потому, что там 10% высококачественной нефти в недрах Ирака сосредоточены. При неправильном подходе к минерально-распределению минерально-сырьевых ресурсов, потреблению минерально-сырьевых ресурсов цивилизациями, мы окажемся на пороге очень острых конфликтов. Особенно к нему хорошо относились угольщики, потому что его взгляд, его отношение к технологиям горных работ, к проблемам обеспечения безопасности, охраны труда, его взгляд был чрезвычайно для них важен, и они нуждались в его совете. Уголь – сложнейшее органическое вещество, данное нам природой, и мы богатейшая страна. Но нужно представлять себе, что в части новых материалов и даже в части энергетики существует огромное количество сортов угля. И некоторые из них имеют уникальное значение. Есть уголь, который, например, используется для приготовления выплавки специальных сортов стали. И, например, его военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки собирает в пластиковые мешки по всему миру и самолетами перевозит на свои сталелитейные заводы. Такого угля много и в России. Да? И поэтому мы должны знать, для чего мы добываем полезные ископаемые, и представлять себе, что это за минеральное сырье, что из него можно взять. А если эту аналогию продолжим на редкие земли, на редкие элементы, металлы, огромной стоимости и так далее, то ясно совершенно, что горное дело, развивающееся в интегрированной структуре экономики, оно, так сказать, становится более многообразным, более качественным и более эффективным по конечному результату. Мы можем ставить сквозные проблемы научные, которые исследуют от геологии до конечного продукта, например, до новых материалов, да? Всю цепочку, и мы должны представлять, как мы можем сделать и повлиять горными технологиями и горным делом так на конечный продукт, чтобы он был наиболее качественный, наиболее экономически эффективный, и находил больше спрос. Он, конечно, был разносторонним ученым. Он начинал на Кольском полуострове в филиале Академии наук, занимался вопросами горного давления, рудными месторождениями, подземной разработкой. Вот он видел цельно очень проблемы, явления, людей не логикой, да, а вот изнутри.
как бы печатью какой-то Божьей отмечен. Истинная трагедия Ивана Сусанина заключалась в том, что он действительно не знал, куда надо идти. Он говорит, что-то произойдет. Он переживал, чтобы это не было, что главное, чтобы это была не война. Когда вот произошла пандемия, он говорит, я же не ожидал, что она вот так ударит по всей планете, когда у нас резко остановится энергопотребление. Очевидцы этих событий, вот мы живем в это время, мы это все видели. Мы находимся в зоне начала мощного нового экономического кризиса, который превосходит предыдущие по своей мощности и по глубине падения экономики. Мы сейчас сваливаемся в кризис, который будет развиваться примерно до 2022-2023 года. И вот то накопление, которое сейчас произошло, кризиса экономического, оно вообще непереносимо. Очень тяжелый будет кризис, падение экономики перейдет линию кризисную, и таким образом начнутся уже процессы внутреннего развала системы. Он переживал, чтобы это не было, что главное, чтобы это была не война. Чрезвычайно интересная, в общем-то, работа. Это просто космический взгляд такой на вещи. Новый математический аппарат, новые выводы. Это как бы вот характеристика настоящего ученого, исследователя, который проявляет не только любопытство, но и дотошность в части достижения научных целей, получения каких-то достоверных научных результатов. Здесь представлена функция C от времени, где C – это потребление в миллиардах тонн условного топлива в угольном эквиваленте. Оказалось, что точки минимумов минерально-энергетического потребления точно соответствуют прямолинейной зависимости от численности населения планеты. Природный норматив потребления энергии на каждого жителя планеты – 1,9 тонны условного топлива в угольном эквиваленте на душу населения планеты. Метод потенциальной функции в теории катастроф базируется на принципе Гамильтона. Человек стал, по сути дела, второй геологической силой. Мы же извлекаем миллиарды тонн породы из Земли, оставляем экология. Бесспорно, начинать следует с людей, а затем придет время поговорить и о вещах. До Рождества Христова первые 10 тысяч лет гипербола практически почти развивалась по прямолинейной линии. Именно в 2070 году произойдет переход, когда рост численности населения всей планеты остановится, и дальше население начнет развиваться в режиме константы. Происходит природное регулирование потребления минерально-энергетических продуктов, угля, нефти, газа и урана. Американцы не полностью взяли минеральные источники, например, уран был исключен и наоборот введена гидроэнергия. И 1990 год, и 2000 год были близко к точке катастрофы, и поэтому они не вписываются в американский прогноз. В 2014 году кривая минерально-энергетического потребления пойдет вниз и упадет снова, так сказать, на устойчивую линию. Этого нет. И это главная ошибка этих прогнозов, потому что они базируются на долларах, на прибылях. Американцы ошибаются с минерально-энергетическим прогнозом на 2040 год примерно на 16%. Что такое 16%, когда мы ведем разговор о больших системах? Вдруг температура поднимется на 16%. А нужно учитывать основные законы, основные движения природы, чтобы правильно определять действия наши. Но при этом он понимал, что те исследования, которые он проводит, они будут востребованы в будущем. И вплоть до последних минут своей жизни он проводил эти исследования. Он делал, писал, у нас готовилась встреча. В минерально-энергетическом потреблении мы осмелились нарушить эти законы. И, конечно, природное регулирование поставит это все на свои места. Природа не дура, чтобы в течение 12 тысяч лет заниматься ростом численности населения, и когда осталось до пика численности населения всего 56 лет, вдруг взять и перечеркнуть человечество, снять его с лица планеты, как в свое время она поступила с племенем динозавров. Мы не должны переходить на уровень экономического и финансового мышления, мы должны оставаться на уровне природного мышления, потому что именно одно только и определяет развитие мира. И эти законы не были придуманы человечеством, в отличие от экономических законов,
определены более Всевышней силой. Это все правда. Но где наше место, мое или Васановича, в этом процессе? Что мы можем сделать? Но тем не менее, вот он выявил какой-то тренд. Почему вдруг это останавливался, и дисбаланс исчезал, и наступал баланс, и экономика входила в нормальное русло. Он даже так сказал, ну такое впечатление, что как будто какая-то рука сверху вот это вот делает так, и все, и мы вот остаемся. Да? Это вот его последняя работа. В Библии, что ли, когда человек ходит и зернышки сидит, да? А они вот там прорастают, а там не прорастают. Вот дело что-то вот в какой-то среде досадно, потому что ну как так? Хочется же ведь не бизнесом заниматься, я честно говорю, заниматься тем, чем ты можешь и чем должен. Лев Александрович тогда говорил, что самое главное, что мы все разные. И каждый начинает свою энергию вкладывать в результат. Он говорил, что этот системный подход есть во всем. Глобальном, то есть в мировом масштабе, в космическом, даже за пониманием человека. И во всех небольших сферах, даже в физиологии человека, концентрируемся на мелочах. Ведь он в своей работе даже вот последний, который делал, рассчитал научно вес души человека. То, что ученые доказывают там многократно исследованиями, причем это совпали цифры, результаты, он тоже удивился с одной стороны. Я хочу познавать другой уже мир, который нам здесь, смертным, на этой земле, недоступен, который мы только понимаем чуть-чуть, соприкасаясь с целым пластом, он так всегда в горной терминологии пользовался, вот с тем пластом совершенно другого измерения, другой жизни вне земной оболочки. Он переживал, чтобы это не было, что главное, чтобы это была не война. В памяти многих людей, особенно тех, кто с ним непосредственно работал, он останется такой яркой звездочкой.